почитать. Здравствуйте, я Ксения Станиславовна Лицарева, декан факультета филологии Вятского государственного университета. Сегодня модно стало делиться со всем миром личными кулинарными рецептами и умениями. Множество телевизионных передач, сборников, рецептов и книг. Но это так шаблонно, так лишено чего-то важного и осмысленного, что невольно вспоминаешь Маяковского с его упреком о том, что каждый занят только своим корытом. В середине января в библиотеке Герцена состоялась необычная презентация не совсем обычной книги «Друг познается в еде». Авторы – московский блогер, писатель, путешественник Инна Метельская-Шереметьева и руководитель холдинга «Профбизнес-групп» Сусанна Аникитина-Юнглют. Почему презентация была необычной? Как и положено при представлении кулинарной книги, зрители ожидали изысканные угощения и тайны мастерства от профессионалов, но еще и музыкальные подарки. Удивительной была и публика, воодушевленная, заинтересованная, искренняя, благодарная и не случайная. Почему книга не совсем обычная и действительно приятно выделяется из ряда кулинарных? Потому что по замыслу, структуре и тональности «Друг познается в еде» книга не о бытии и желудке, а о бытии и еде как жизненной мудрости и искусстве. И хотя авторов двое, и писали они каждый свою часть, книга, безусловно, цельная, наполнена какой-то теплотой, любовью и уважением к людям. Главная цель – помочь разумно и рачительно составить меню на месяц для семьи из трех человек, при этом всего-навсего на 10 тысяч рублей. Авторы убеждают, это возможно, и это еще, помимо прочего, полноценная еда, и это весело и увлекательно. Рецепты разнообразные, многонациональные и вполне доступные. Написано, что называется, с душой, с большим опытом и с экономией. Например, творог из морозилки. Заморозить пакет кефира, а потом выложить, дать оттаять и стечь, и получится замечательный домашний творог. А еще моцарелла по-домашнему, быстрое деликатесное сало, французский легкий бризоль, луковые котлеты по-бургундски, узбекская халва, мохито, ягодный сбитень и многое другое. А между главами с рецептами 5 лирических отступлений, очень искренних и открытых, наполненных душевным теплом, сердечным неравнодушием, глубокой мудростью и разумными, выстраданными советами. Именно эти лирические отступления придают книге в целом какую-то приподнятость над бытом, какую-то высокую осмысленность нашей суетной и прагматичной жизни. Вырученные от продажи книг деньги пойдут в благотворительный фонд имени Иоанна Богослова. «Друг познается в еде» – книга о любви к человеку и к жизни. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город», на улицах Преображенской, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! «Дай почитать».